Всем привет! Вы знали, что расторопша очень полезна для печени? Знаете, как я употребляю расторопшу? Смотрите. Значит, беру чайную ложечку уже молотой расторопши и кефир. Что я делаю? Запиваю кефирчиком одну ложечку. Я это делаю на ночь. Горькое, но... И вторую ложечку расторопши. Вкуснятина. Вот как-то так. Пейте кефирчик с расторопшей, и ваша печенка скажет спасибо. С вами был Мишаня Бычков.